По тем договорам, которые заключены по муниципальным образованиям на территориях муниципальных образований, таких как город Брянск, с 1 января приказом Комитета по регулированию тарифов Брянской области введены предельные тарифы для любого вида транспорта, как общественного, так и коммерческого. Стоимость проезда до 22 часов 14 рублей, после 22 – 16. И это святое. Те перевозчики, которые будут сегодня нарушать действующие предельные лимиты, будут привлекаться к ответственности за нарушение договорных отношений при работе на выигранных ими маршрутах. Что касается пригорода и тех маршрутов, которые выходят за пределы муниципальных образований, вторым приказом определены тоже предельные тарифы. Надо говориться, что подорожала стоимость проезда на одном километре по сравнению с прошлым годом на 30 копеек, и сегодня она составляет 1 рубль 80 копеек. Поэтому расчет проезда осуществляется в зависимости от протяженности маршрута поездки пассажира с начальной и конечной точки с учетом километража, умноженного на рубль 80. Это те правила, которые должны существовать и которые не предполагаются изменяться.